Ребят, всем привет, я Олег, и сегодня у меня прекрасная новость. Вот вы видите, кто это? Кто это? Это правильно, это Джеки. Мне было Джеки с их редки. Я вообще офигел, когда открыл сундук, просто ящик открыл, мне выпала Джеки. И я вот на эту тему решил делать видос, как я играю за Джеки. И как... Ну, чтобы не выпало Джеки, вот. Давайте поиграем в одиночество повиния. Жесть, напишите, ребят, в комментариях, у вас есть Джеки, ну, боец такой или нет. Мне будет очень интересно почитать. Я вообще такого не ожидал сейчас. Надеюсь, вы мне лайки поставите за это. О! Так, ребят, извините, я сейчас немножко бавлю. Ай, блин. Круто, третий место. Блин, извиняюсь. Я пока продолжаю записывать через приложение Phoenix Recorder, потому что не надоело запись экрана обычная. Давайте что ли в парное, я просто не могу. Извиняюсь, просто сейчас еще раз, я болею. Вот. Короче, вот так. Мне кажется, уже почему-то у всех Джеки. Может, это просто подарок был в магазине, или просто все везет. Не знаю, почему он так. Но теперь у меня есть Джеки, это очень круто. А, ой. Так, остался еще один боец. Блин, что с тобой? О, ну иди сюда. О, все, мы выиграли. Так, ящика не будет, их не будет. Ребят, если что, я даже не знаю, может быть, мне сейчас, может, смотрите, как у меня уже тик, я даже не знаю. Либо в следующем видео мне записать, как я апнул 4000 кубков, или сейчас, я даже не знаю, но давайте поиграем. Если будет вот сейчас 3986 кубков, то я закончу, это потом другое видео запишу, и сразу два видео будет на канале, так что, ждите. А давайте что из захват кристаллов сейчас поиграем. Мне нравится больше всего захват кристаллов вагнеткой без тормоза, это очень круто. Блин, я так рад, что у меня Джеки. Ну, хотелось бы еще легендарку, но... Хотите вредно? Может быть, повезет. Ну, что там еще наш мистер Пи, мистер П. Вижу. О, спасибо. Ну да, такой Джеки хороший боец, он прежний бойник. Не знаю почему, тяжеловес. Еще и кристалл мы выиграем. Так, отлично. У кого больше всего так? У Пен 5 кристаллов. Главное, чтобы она не пошла в атаку.
Сейчас, если вы меня хорошо слышите. Все. Отличная победа. Итак, сундучка пока сейчас не будет, но я потом открою сундук. Но я потом следующий видос запишу про Тика, после этого, сразу после этого видоса. Это как бы будет следующий видос. Как я апаю Тика и 4000 кубков. Ну давайте что ли... О, в Броубол, давайте. Я вот не знаю, если вот Джеки скачет на такой штуке, то как это может, как бы, ну, давать пасы и так далее? Как-то странно. Блин, почему когда снимаю, всегда лагает? Давай, пас! Круто, круто! Я красава. Блин, почему когда снимаю, всегда лагает? Можно... Я вот не понимаю. Давай. Красава, крал. Все, чистая победа вообще. С двух попыток. И, блин, не так везет. Итак, наш сундучело. Ну что, ребята, тогда все. Я после, сразу после этого видео я сниму еще видео про как я апаю. Хотя, знаете, можно... Ну, короче, давайте, всем пока.